И в продолжение дорожной темы. В Твери идут инспекционные выезды по объектам дорожной инфраструктуры, которые сейчас находятся в ремонте. Одним из объектов проверки стала улица Салтыкова-Щедрина, которая приведена в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На улице Салтыкова-Щедрина работает межведомственная комиссия. Качество проведенных подрядчиком работ оценивают не только профильные специалисты, но и представители общественности. Это так называемый народный контроль. На улице уложен новый асфальт, нанесена разметка на пешеходных переходах и вдоль проезжей части. Комиссия очень придирчиво относится даже к рельефу самого асфальта. Общественность, конечно, должна участвовать в этом в силу того, что мы все пользуемся теми объектами инфраструктуры, которые у нас в городе. Это и тротуарами, и проезжей частью улиц. И улицы, конечно, уже проведены, но тротуарами надо много еще работать. Работа по ремонту тротуаров идет как раз на соседней улице Серебряной. Здесь укладывают брусчатку на участке от Салтыкова-Щедрина до Смоленского переулка. Осмотрев объекты в центре города и заполнив акт, где фиксируются замечания, члены комиссии направились на отремонтированное Бежецкое шоссе. В ходе первого этапа была расширена проезжая часть, обустроены новые тротуары, установлены современные фонари. Весь участок комиссии пройден, недостатков, влияющих как на безопасность, так и технологических, также не установлено. По результатам межведомственной комиссии будет составлен соответствующий акт, и дорога будет введена в эксплуатацию. Подрядчик обязуется в течение 5 лет, согласно муниципального контракта, будет нести гарантию как на покрытие проезжей части, так и на покрытие тротуаров. Большинство, подавляющее наших жителей, на встречах говорят о том, что, конечно, здорово. Конечно, молодцы, что этот проект реализован, стало намного удобнее. И все ждут, когда мы начнем вторую очередь, и будет завершено это строительство. Тогда полностью разгрузят нам дорогу. Комиссией был обследован весь отремонтированный 700-метровый участок Бежецкого шоссе. В результате недостатков, влияющих на безопасность, или технологических нарушений выявлено не было.